цвета, это цвет желтый, желто-оранжевый, желто-зеленый, которые находятся наверху. И на черном цвете эти цвета выпрыгивают, да, они потому что максимально контрастные. И вот эта белая монохромная модель показывает нам степень локализации цвета в пространстве. Собственно, чем цвет светлее, тем он выше локализуется в пространстве. И визуально всегда тоже будет продержаться контрастнее. Чем цвет темнее, а это прям самый нижний цвет спектра, самый темный фиолетовый цвет, они будут отдаляться от человека. А когда эти же цвета располагаются на белом фоне, история совершенно меняется, да? У нас так как желтые цвета самые светлые, они начинают нивелироваться, они уже более мягко воспринимаются с белым фоном, а сине-фиолетовые цвета контрастируют, поэтому они будут выступать. Поэтому, когда я говорю о степени выступания, отступания цвета, то нам очень важен цвет фона, нам важен контекст, в котором мы с вами находимся.